кажется, основана греками в середине 4 века до нашей эры и была названа Никая в честь богини Победы Ники. Ницца стала французским городом только в 1860 году. В средние века Ницца не раз подвергалась бедствиям и войнам. Короли Франции всегда пытались захватить ее. После захвата города Наполеоном Ницца стала курортным городом. В 40 году в Ницце умер великий скрипач Никола Паганини, а также тут умер и Гарибальди. Отель «Регина» – один из самых крупных отелей Ниццы. Здесь останавливалась английская королева Виктория. Рядом с Региной на показ руины римского города. Город лежит на берегу залива Ангелов.
Возле города находится устье реки Вар. С севера Ницца окружена несколькими невысокими холмами. Ницца является крупнейшим городом французской Ривьеры. Тут есть свой аэропорт Ницца-Лазурный берег, аэропорт Ницца-Кот-д'Азюр. Он является третьим по пассажиропотоку аэропортом Франции.